Право поднять российский триколор над стадионом «Юкспорт» выпало двум олимпийцам – Вячеславу Яркину, серебряному призеру юношеских олимпийских игр 2014 года, и победительнице этих же соревнований Ирине Анненковой. Россия – это вообще великая держава, и вот здесь самые талантливые, и самые прекрасные спортсмены, самые сильные духом люди. Я вот искренне надеюсь, что они смогут доказать, что все победы достойны. Сразу два города, Сочи и Севастополь, объединившись, выступили с призывом ко всем жителям страны. Россия только вперед. Был организован телемост, и участники сочинской эстафеты видели все, что происходит в Крыму и наоборот. Я потому что патриот России, болею за Россию и всегда поддерживаю российскую команду. Мы все пришли поддержать сборную России, потому что это самая лучшая сборная. Мы все дружно болеем за нее. Участвовал на закрытии Паралимпиады. Всю жизнь занимаюсь спортом. Боевой офицер. Мы только за Россию. Все, что сегодня происходит здесь, это такая сочинская олимпийская поддержка нашей сборной России, которая сейчас находится на играх в Бразилии. И тех спортсменов, которых не допустили до летней Олимпиады. Пока одни сочинцы болели на трибунах, другие принимали участие в эстафете. Здесь был организован не только легкоатлетический забег, после на поле вышли и юные футболисты, а затем и фехтовальщики. Все юные спортсмены Сочи наравне со взрослыми переживают за успех нашей сборной. Болеет за россиян и глава курорта. Мы уверены, что наши атлеты приложат все силы для того, чтобы победить честно, открыто и чисто. И это будет. И, конечно, мы желаем нашим атлетам, нашим спортсменам, а только из Краснодарского края на Олимпиаде сегодня 30 наших спортсменов. Мы желаем им победы и удачи. Весь вечер стадион был окрашен в цвета российского триколора. Каждый участник флешмоба получил футболку одного из цветов государственного флага России. И под гимн олимпийской дружины таким образом был синхронно составлен государственный флаг страны, символ единой и сильной России. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.